Привет, друзья, с вами Коля на связи, вы на каналчике NetBet. Лига чемпионов. Шахтер Лейпциг. Забегая вперед, скажу сразу то, что Шахтер минимум обеспечил себе Лигу Европы. Максимум в этом матче он может побороться за Лигу чемпионов за второе место плей-офф. Шахтер идет на третьем месте 6 очков. Лейпциг у нас идет на втором месте 9 очков. Первый Реал 10 очков. Четвертое место в группе это Селтик 2 очка. А почему Шахтер может побороться за Лигу чемпионов? Если Шахтер здесь победит, если Мудрик тут намудрит, Мудрик вообще сейчас красава, его цена в стоимости просто очень взлетела. Молодой, талантливый игрок. В общем, если Шахтер здесь побеждает Лейпциг, Шахтер набирает тоже 9 очков, как у Лейпцига. Но первый там матч Шахтер с Лейпцигом сыграли 4-1. Шахтер на выезде уничтожил Лейпциг 4-1. Поэтому по очным встречам Шахтер будет выше, чем Лейпциг. На Шахтер нам дают 4,9 на победу. Я не понимаю букмекеров, почему дают такой большой коэффициент на Шахтер. 4,9. На Лейпциг дают 1,65 на победу. Я этого, друзья, не понимаю. Первое, что смотрится, конечно же, это победа Шахтера за коэффициент 4,9. Вообще отлично. Я думаю, здесь горняки сделают все возможное и невозможное, чтобы победить. Ну, минимум это x1, 1x, да? В общем, мыслей у меня на этот матч много, друзья. Первое, обе забьют за коэффициент 1,7. Второе, тотал больше 3,5 за коэффициент 2,62. Третья мысль, индивидуальный тотал Шахтера больше 1 за коэффициент 2,02. И четвертая мысль, индивидуальный тотал угловых Шахтера больше 3,5 за коэффициент 2,06. То, что Шахтер подаст 4 углы в матче за 2,06, я думаю, это тоже железячка такая. В общем, друзья, такие у меня 4 мыслишечки. Свои мысли пишите в комментах, как вы думаете, попадет ли Шахтер в плей-офф Лиги Чемпионов или все-таки в Лигу Европы. Ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик. Пока.